Да, и всем привет, кто смотрит эту серию. Мы здесь немного обновили сервер и добавили простые автосундуки для того, чтобы уменьшить количество фарма, которое нам приходится делать для того, чтобы записать каждую новую серию. И нам все равно сейчас придется спуститься в ад, потому что нам не хватает кучи ресурсов для того, чтобы делать все. Да. 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 Так, я хочу взять еще. Что бы взять мне там? Песок? Вот этот Star Drive чип, который призывает Star Spider. Star Spider, да. Он светится. Нет. Черт. Просто денег. Хороший парень. Правда, немного странный. В смысле одеть? Да. А пора кнопку мыши на него нажми. Это пят. А. Окей. Так, что так. Я хотел сделать еще? Кроме того, чтобы взять... кушать место... А, вот она. Монолит. Мне пригодится. О, этот трофей мы не повесили. Как странно. Их, я помню времена, когда Муромаса была самым крутым, крутым мечом. Гравий, советую взять себе кучу камня. Типа наполовину строить нельзя. Под себя. Нет, чтобы, если что, нам можно было там нормально двигаться. Ну, строить под себя. Я это имел в виду. Ну, как-то так, да. Наверное. Так, ну, грязевые блоки. А, не, у нас тут гри... Ну да. Гравий, у тебя есть ботинки? Дай свои ботинки. Ботинки... Которые у тебя... Ну, которые на мне надеты. Именно ботинки, которые тебя ускоряют. Гермеса. А, понял. Окей. Чувак, что ты мне можешь сказать? Спасибо. Да, это поставил? Сюда? Отлично. Так, хватит ли мне? Нет. Да он издевается. Парень! Чувак! Ты уже защиту. Гоблин! Ай, ладно, у меня уже больше нету. Можешь идти это. Зачем ты выкинул метеориты сюда? Мне-то он не нужен. А тебе это нужен. Метеориты лучше здесь оставить. Окей. Как ты можешь видеть, я там снизу сделал немного джунглей, но они нам пригодятся потом. Пошли вниз. Секундочку, я сперва надену этот череп, который защищает от огня. А, кстати, да, хорошая идея. Чёрт. Ай! Вроде всё. Тварь. Ну, мне хорошо, что я могу падать здесь довольно медленно. А, да, да. Ты можешь взять тот меч, который я тебе кинул, Скайблейд, и махать им. Он позволит тебе медленно спускаться вниз. Я уже положил его и взял вместо него Legendary Warblade. Окей. Ладно, в следующий раз, когда вернемся наверх. Ай, меня скелет сбил с веревки. Интересная штука. Надо будет потом ее попробовать. Блин, так и не избавился от этих красных блоков. Не нашел, чем их ломать? Не, у нас еще нету кирки. Кажется, мы ее получим только когда в аду побываем. Поэтому нам нужен ад. Оп, я в аду. Я надеюсь, что у меня на этот раз с записью все нормально будет. Кстати. Я надеюсь, я в воде не утону. Надеюсь.
А, это я тоже не могу копать. Успех, успех. Ай! Вроде норм. Полечу-ка я налево. А, ты шо? Ага. Летать теперь можно. Да. Но недолго. Блин. Хорошо, что тут поставил грязевой блок. И прям на него приземлился. Хорошо. Так. Я ищу здесь... Ага, кузня. Вот она. Я думаю, нам не стоит идти вместе в одну сторону. Не. Ну ладно. Ну, ты, конечно, как хочешь, но... Я слева поищу все. Ай. Ай, куда? Так, надо блоки сразу на квикслот поставить. Ай. А, демон. Там есть специальная кнопка для того, чтобы... О боже. Крави! Хватай! Не виновата я. Оу. Замечательно. Я забыл, что она так действует. А! Что я делаю, мне ж... Мне ж надо сейчас немного... О! А то сундуки сработали. Мне сейчас немного надо... переделать все. Так, хелл. Хеллстон, обсидиан. Опа. Ага. Скайплейт. Смогу я это сейчас? Есть. У нас есть 7 хеллстоуна. Целых 7. Надо больше. Это я продержу. Окей. У нас живет слайм? Или да. Что это? Найс. А, это не слайм. Это фигурка короля слаймов. Я его случайно убил, пока он здесь у нас появлялся. Советую взять этот меч, потому что он позволяет тебе дольше лететь. Уже взял. У них, кстати, уже есть крылья. Мы их, оказывается, когда-то выбили, я уже не помню, когда. Что за крылья? А, простые крылья. Как ты это пролетел? Окей. Не буду спрашивать. А, что? А... Красные блоки. Ага. Сам не заметил. Ау. Нет, я их не пролетел. Вот они. Нет, там первый красный блок ты пролетел. Я их в прошлый раз пролетел. А. Даже не заметил. Ой, кстати, ты убил Макса. Блоки-то прибыл. Господи. Старые гиды. А, ну, конечно. Ау. Йоу. Я всегда был предателем. А, если зажать вниз, то... Фезерфол не работает. Окей. Okay. Интересно. Что не работает? Фезерфол. Капец, вода. А еще откуда-то у меня здесь 4 алмаза появилось. Странно. Ну ладно, главное, чтобы они не были розовыми. Так, окей, значит, вуду демонов не убивать. Да, они или все дропы. Или хотя бы делать это так, чтобы кукла не упала вниз в лаву. Постарайся. Нет. Блин, я надеюсь, у меня сервер. Гравий! Чего? Она еще здесь!
Кто? Стена. Да. Убей ее. Не знаю, как, но убей. Я бы хотел, но у нас не хватает для этого ничего. То есть мы ее вообще урон не можем наносить? Нет, можем, но очень слабо. И вряд ли мы ее убьем. Но... Я вообще удивлен, что она еще здесь, кстати. Надо её прогнать. Я надеюсь, она ко мне не дойдет. Мне бы хотелось сохранить свои монеты. Они мне пригодятся. Демон. Вот он. Тварь. Хоть. Мне вверх кидать. Убит. Замечательно. Так, я подозреваю, что стена плоти осталась, потому что у меня сервер немного под сильной нагрузкой. Наверное, все-таки не стоит. Сколько модов понаставил? Не знаю. А что ты хотел сказать? Что стоит? Не стоит, наверное, его держать на своем компьютере все-таки. Так мы же в прошлый раз так и решили, что ты не будешь держать его на компе. Знаешь, мне лень арендовать этот сервер еще раз. Потому что это все-таки довольно дорогое удовольствие. У тебя нет ведра. А зачем? Да мне бы тут вниз прокопать, но тут внизу хеллстоун, который после уничтожения образует лаву. Вау. Нету. Их. Тут мне не Dwarf Fortress залить все лавой. А почему бы и нет? Может быть. Ну, хорошо бы, конечно, но... Было бы еще хорошо перенаправлять эту лаву. Ну, знаешь, иногда появляется зелье обсидиановой кожи. Как у меня сейчас. Поэтому ломай здесь горшки, пригодится. Ух ты, два теневых сундука. Ну, если я доберусь до такого горшка, не умерев, это будет сложно. Так, не, не так уж. Не будь здоров. Спасибо. Прости большой. Так, импы. Горшочек. Забавно, что у меня иногда все-таки бывает насморк, но... Он мне практически не мешает говорить. Наверное, потому что у меня нос все время сломанный, поэтому мне не так это и плохо. И не заметил, что падаю в лаву. Бывает. Молодец. Ничего, живу. Так, блин, надо бы лечилки куда-нибудь поставить. Квик-слот. Ну, знаешь, есть специальная кнопка для быстрого нажатия. А. Знаешь, мне кажется, я догоняю эту стену плоти, потому что она идет влево. Чё она медленная такая? Не знаю. Но обычно она куда быстрее, и обычно она исчезает. Нашли. А, подожди, нет, она не так быстро исчезает в нормальном режиме. Я просто привык к тому, что я обычно играю на эксперте. Ау. Так, а вот так адскую дверь я заберу. Зачем тебе адская дверь? Ну, это же металл. Ты еще... Грави, ты еще скажи, что ты собираешься проходить на канале Brutal Legend. Вполне возможно. Окей. Я скорее пройду слой. Она более металлична. Но не скажу. Адская. Ну, не скажу. Ну, не сказать, что более, но по-своему тоже. Достойно внимания. Ну, это да. Так. Эту дырку надо бы как-то закрыть. Все. Протечка лавы устранена. Окей. Кусков грязи.
Оп, еще один демон. Замечательно. Главное, чтобы мои парни его не убили случайно. Так, еще демонский факел. Боже, Хелгрон. Его можно приручить? Он не такой нежный, стыдно. Ну, попробуй. Я не умею. Научи меня, сэмпай. Я тоже не умею. Кузин у нас уже есть. О, нет, ну, парни. А, хотя он улетел в здание. Ладно, убивайте. О, еще обсидиановая лампа. А я помню факел. Время, когда не было хардмода в этой игре. И адская броня — это было лучшее, что мы могли взять. Это да, но после этого игра фактически заканчивалась. Ну да. Делать было нечего. А потом появилось обновление, которое добавило в игру целых... в два раза больше контента, чем в ней было. Ну, только я его закономерно пропустил. Зря. Ну, мне к тому времени уже не интересно было Террария и... другие игры играл, в общем. Другие были занятия. Майнкрафт? Я не играл в Майнкрафт. Ну, чуть-чуть играл, попробовал, и не впечатлило, и нафиг. Ну, знаешь, у меня есть сборка для Майнкрафта с кучей модов. Можем в нее пойти. Там модов больше, чем здесь. Но... о, золотой портал! Просто мне Террария в свое время... больше понравилось, чем Майнкрафт тот же. Не знаю, как-то в ней какая-то своя атмосфера хотя бы есть. А Майнкрафт, он, на мой взгляд, ну какой-то никакой просто. Ну, в Майнкрафте своя атмосфера. Ну, на самом деле. Не моя, не для меня, значит. Мне она не подходит. Мне кажется, я все-таки догоню эту стену скоро. Блин, все в джунгли. Всякие опасные элементы водятся. А что не так? Теперь я понял еще, о каком красном блоке ты говорил, что я его обошел. А. У меня персонаж просто мимо него как бы сдвинулся и дальше вниз полетел. Это было странно. Ух ты, крестилиум. Мимо этого он не сдвинулся. Кстати, мы как-то в крестилиум практически не заходили. Можно сказать. Чё? Ну... это кристальный гвиом. Вау, а где есть платформа вниз? Ну, мы в нем бывали. Собственно, благодаря мне у нас и появился кристальный биом на дому. Ну да. Так сказать.